Действие разворачивается в 1976 году в городе Москве. В главной роли девушка Баскакова Ксения, работающая в гостинице «Россия», вокруг нее и разворачиваются сложившиеся события. Она отвечает за размещение гостей, их уют. Так как гостиница имеет высокий уровень, посетителями являются советские чиновники, иностранные люди и известные гости. Атмосфера в этой гостинице никак не сравнима с атмосферой Советского Союза тех лет. Она представлена в сериале как отдельный маленький мир, и попасть сюда может далеко не каждый. Здесь притягательность и роскошь, власть и богатство, а устроиться сюда на работу далеко не просто. А еще тяжелее здесь удержаться. Режиссер сериала «Гостиница России» планирует отснять второй сезон и представить в четвертом квартале 2018 года.